Всем привет! Сегодня понедельник, отвела Арсения с Лерой в школу, а Данька сегодня дома остался. Что вчера у него еще температура была, но к вечеру сама спала, ничего не давали, никакие лекарства. Вот, с утра проснулся, все хорошо, как будто даже и не болел. Ну, сегодня денек еще дома побудет, завтра уже тоже пойдет в садик, у них там завтра какое-то представление, в театр какой-то приезжает, и фотографии будут делать. Они выбрали сделать фотографии на мотоциклах, как будто они там будут ездить. Сейчас вот вышли с ним немножко погулять. Погода вообще распогодилась. Утром вела детей, кто в куртках, кто в рубашках. Непонятно, как одевать. Холодно было с утра очень. А сейчас вообще прямо жарко даже стало. 24 градуса. Ну, вот, так что немножко на свежем воздухе вышли погулять. Вот на площадку. Ну и надо нам еще будет тут по делам сходить. В аптеку сходить, в банкомат зайти. Тут у нас такая площадка недалеко от дома. Новая. Что Данька захотел. Вчера Арсений с папой ходили, тут магазин рядышком тоже заходили. А Данька вчера не ходил, раз у него температура была. Ну вот сегодня он захотел выйти погулять. Вот спортом. Видите, какой сильный Данька у нас. Прямо молодец. Видите, спортом занимается ребенок, чтобы не болеть и сильным быть. Здесь, наверное, Данька, сложновато тебе будет, да? Здесь тяжело. О, ну-ка садись, я тебя покатаю, попробую поднять. Легко, мам? Нет, тяжело, Дань. Здесь тебе здесь нравится? Такая новая площадка, совсем недавно ее сделали. Все еще новенькая, аккуратненькая. И лавочки поставили посидеть, чтобы можно было. Так что ходят иногда сюда гулять, им тут нравится. Посмотрите, какая красивая рябина. Какие красивые уже деревья осенние становятся. Погодка сегодня, конечно, очень располагает к прогулкам. Данька бегает еще. Сейчас немножко погуляем. Пойдем дальше делами заниматься. Леру со школы забрали, она с папой дома осталась. Не захотела идти. Ну, а мы с Данилой вышли на прогулку. Так что сейчас погуляем немножко. Сказала им, пока мы гуляем, что-нибудь покушать, чтобы Лера придумала приготовить. Она любит, когда ей даешь задание за какое-нибудь там приготовить, что-нибудь сделать. Любит тогда придумывать, выдумывать, помогать. Так что пускай там пока что-нибудь придумает покушать, а мы немножко прогуляемся и пойдем тоже домой обедать. Смотри, какой шмелик. Все, улетел. Я помню, не закончил так все. Как мама. Угу. Вот он. Что у нас другой пересел? Он опять мне надо. Ну давай покататься на Солнечном. Знаешь, я там, где там, я там, где нужно лежать. Я там не лежала, я там просто на палке сидел. Я тоже так сделал на новых динозов. Там возле клокера. И какие новые динозоры? Да, я там занимаюсь. И запустался девочки, какой там 4 года. 4 года? Да. Все ясно. Oh, no.
горка там, где я был сегодня. А ты куда вообще, где дядя? Где твой шапка? Сюда, да, я твой дождь боял. А, нет, ну, а, да, да. Подозил? А, ну, да, подозил, подозил. Не помню. А, ты, это нет, я не помню. Это первый Санта? Да, подожди, я тебе на подъезд покатаюсь. Это вот из Санта, короче. А, тогда я ходили, забрали Арсюшку из садика. Данька тоже захотела сходить. Полдня не виделись раньше. Сегодня Арсюшу забрали из сада. Дали тут нам учебники их заниматься. Дома будем доделывать задания. Полдня не виделись, соскучились. Друг другу рассказывают, кто где был, что делали. Я, конечно, дружные ребята. Арсюшка скучала, видно, в садике без Данилы. Да, ну завтра они уже вдвоем пойдут в сад. Что завтра им будет уже веселее. Я папа. Мама, ты плоско куда не рисковали. Муж наконец-то для него съездил на рыбалку. Он любит рыбалку. Раньше часто довольно-таки ездил. Сейчас последнее время не так, как хотелось бы ему, часто получается. Но вот сегодня тут дома с делами разобрался, и сосед предложил съездить на рыбалку. Не знаю, куда они тут ездили, где-то недалеко буквально, ну, не знаю, часов, наверное, часа на 4-5 они съездили. Вот привез две щучки. Такие они небольшие, в принципе. Вот моя рука. Такие где-то одна больше, одна меньше. Но можно будет... Дети любят котлеты из щучек. Как-то так вот мы ее не жарим, а перекручиваем и делаем рыбные котлеты. Они хорошо едят, они сами часто вспоминают щучкины котлеты, что покушать. Так что будет детям на ужин как-нибудь сделаем щучкины котлеты. Пойдем, пойдем. Уходи. Пошли с культурой по тетрадке. На физкультуре на улицу ходили или занимались в зале? На улице. На улице были. Жарко было? Да. А по тетрадкам занимались. Сегодня не получила плюсики? Получила тоже один плюсик? Математик минус. Серьезно? Угу. А ты сколько плюсиков сегодня получила? Три. Три плюс? Два. Два тоже? Угу. Ну, молодец. А что вы делали там? Помнишь? Угу. Уже забыла? По тетрадкам. Все понятно. Ну, ты молодец. Все сделала, получила свои плюсики. Все, теперь пойдем домой. Сейчас будем обои клеить, начинать. Хорошо. У нас новый день, как вы уже могли понять, Леру забрала из школы я. Сейчас будем заниматься, начнем поклейкой обоев. Клеить, пока Арсюшу здание садика не забирать, но еще есть время. Вот Лера сегодня сказала, два плюсика получила. Как вы слышали, вчера тоже два плюса получила. Делают они задания, выполняют по тетрадочкам. Английский уже у них начался. Начался английский, слова английские тоже учат с первого класса. Но она раньше ходила на английский дополнительно, когда еще в садике год назад. Это вот родители со школы шлют сообщение, что день учителя будет скоро. И вот решают, какой подарок учителю подарить. Хотя она сказала на родительском собрании на первом, что ничего дарить не надо, но родители, конечно, решили, что надо что-то дарить. Теперь идет активное обсуждение в чатах, действительно, хоть ты выключай, потому что постоянно все приходит и приходят сообщения эти. Так вот, Лера на английский ходила у нас раньше, год она, наверное, да, отходила на английский, потом, да, потом этот учитель по английскому, он уехал в другую страну, куда-то он уехал. Не в Китай или... Ну, куда-то вот туда он раньше тоже в Китае жил. Сейчас он куда-то уехал. Китайский язык? Да, он знает. И сейчас он там живет, работает. Но Лера
больше не захотела никому ходить на английский. Ну, в принципе, она какие-то слова даже и запомнила. Это, наверное, год назад она ходила, так что... Обезьяна маленький. Сейчас, ну, сейчас ей, в принципе, давно проще. Вот. Арсеньке с Данилой тоже дали в садике стихи учить. К пятнице надо выучить стихи. Так что придут, будем с ними вчера, когда я забирала, дали стихи им. Надо выучить. Им часто дают, потому что они хорошо учат, очень такие ответственные ребята. И вот им дают стихи постоянно, наверное, почти на каждый праздник им дают учить. Ну и хорошо, пускай память развивается, так что будем с ними учить стихи. А Лера сама получает плюсики себе на уроках. Все, будем сейчас снимать... клеить будем обои заниматься. Потом, как закончим, как закончим, сниму вам, что получилось у нас. Нет, обои.